Сотрудничество Москвы и Еревана, поставки и производство российской вакцины, а также широкий круг региональных вопросов. Глава нашего МИДа Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян провели переговоры в Ереване. Особое внимание ситуации в Нагорном Карабахе. Напомню, трехсторонние соглашения о прекращении огня Армения и Азербайджан приняли при участии России. Мы, сыграв в ходе затяжных переговоров между лидерами трех стран решающую роль в том, чтобы остановить боевые действия, создать механизм верификации прекращения огня в лице миротворческого контингента, как никто заинтересован в том, чтобы все, о чем договорились президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении, выполнялось на практике.